степ аэробика. Привет! Добро пожаловать на степ-разминку. Она поможет укрепить ваши мышцы и сжечь лишний жир. И все это за 10 минут. Для упражнений вам потребуется стул, две гантели по 2 килограмма и мат для выполнения упражнений на полу. Итак, начнем с двух шагов направо и затем двух шагов налево. Начали! Как только вы привыкнете к этим движениям, делайте более широкие шаги. Приставляйте одну ногу к другой. Теперь одновременно с шагами поднимайте колено. Вот так. Колено вверх. Хорошо. Держите все время мышцы брюшного пресса в напряжении. Еще несколько шагов и сменим упражнение. Переходим к одинарным шагам с подъемом колена. Просто поднимайте колено, вот так. Когда ваши мышцы разогреются, поднимайте колено еще выше. Еще два шага и переходим к круговым вращениям руками. Делаем упражнение 4 раза. Вверх. Движение как можно шире. Смените сторону. Плечо развернуто. Еще по одному разу с каждой стороны. Мы уже достаточно разогрелись. Переходим к легкой растяжке. Начнем с выпадов. Опускаем бедро вниз. Угол сгибания колена должен быть прямым. И еще один раз. Следите, чтобы двигалось только бедро. Делаем выпад правой ногой. Переходим к выпадам вперед. А теперь в сторону. И назад. Хорошо. Работают все мышцы. Пока тренируем только одну ногу. Держите туловище прямо. Повторим упражнение еще 2 раза. Живот напряжен, угол сгиба колена всегда прямой. Хорошо. Не останавливаемся. Все движения идут как бы из центра. И еще раз. Теперь немного аэробных движений. Просто попрыгаем, поднимая колени. Сначала прыжки небольшие. Чувствуйте себя комфортно, постепенно увеличивая интенсивность упражнения. Вот так, выбрасывайте колено вверх. Не останавливайтесь. Теперь мы снова готовы к выпадам. Вперед. Вбок. Думайте о дыхании. Скоро вы почувствуете изменения в своем теле. Вниз, назад и в сторону. Не забывайте о прямом угле при сгибании колена. Контролируйте свой баланс, особенно когда начнете уставать и терять энергию. Вы должны всегда оставаться в центральной позиции. Прекрасно. И еще один раз. Внимательно следите за тем, как сгибается колено. Теперь нам снова надо зарядиться энергией. Переходим к прыжкам. Колени вверх. Толкайте колени вверх. Приземляйтесь мягко. Вверх и вниз. Подойдите к стулу. Возьмите одну гантель. Будем качать руки. Наклонитесь к стулу. Обопритесь об него одной рукой. Спина должна оставаться прямой. Плечо должно быть прижато к туловищу. Рука опущена. Поднимайте гантель к уровню талии. Контролируйте спину. Так мы нагружаем задние мышцы плеча. Напрягайте их, делая упражнение. Еще 2 раза. Так, теперь задержите руку и отводите ее назад. И снова согните руку. Двигается только нижняя часть руки. Прекрасно. Еще 4 раза. Продолжаем тренировать задние мышцы руки. Еще 2 раза. Прекрасно. Теперь проделаем этот же комплекс для другой руки. Займите ту же позицию. Спина прямая, рука опущена. Поднимаем локоть. Не забывайте все время напрягать мышцы живота. Рука идет вверх, вниз. Еще 4 раза. Тяните руку, напрягайте мышцы. Еще 2 раза. Задержали руку в верхней позиции и теперь разгибаем руку в локте. Вот так, хорошо. Напрягайте мышцы. Представляете, как ваши руки становятся сильнее и красивее. Выбрасывайте руку. Последние 2 раза. Хорошо. Положите гантель. Вернулись в центр. Переходим к серии шагов в сторону. 3 в одну сторону, затем в другую. Вот так. Быстро-быстро. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Как только вы начнете привыкать к этим движениям, увеличивайте их интенсивность. Двигайтесь как можно быстрее. Отлично. Продолжаем. Очень хорошо. Возвращаемся к стулу. Садимся на него. Ноги выдвигаем вперед. Руки упираются в край стула. Начинайте приседать так, чтобы движение приходилось в основном на руки. Дышим глубоко. Отличные отжимания.
Если вам требуется большая нагрузка, вытяните ноги вперед. Сохраняйте дыхание. Дышим, отжимаемся. Последние четыре отжимания. Вот так, напрягайте мышцы. Поднимайтесь и опускайтесь. Замечательно. Встали на ноги. Попрыгали с стороны в сторону. Дальше мы будем прыгать с одной ноги на другую. Из стороны в сторону, медленно. Не торопитесь и не прыгайте слишком высоко, пока не будете готовы. Сгибайте колено, затем выбрасывайте прямую ногу в сторону. Вот так. Это мощное взрывное упражнение. Оно очень хорошо нагружает мышцы ног. Вот так, с ноги на ногу. С ноги на ногу. Теперь усложним это упражнение. Сначала посмотрите, как это делаю я. Из стороны в сторону. Маленький прыжок. Потом сгибайте колени. Темп стал значительно быстрее. Отрывайтесь от пола. Все быстрее. Теперь в прыжке соединяйте ноги вместе. Делайте это упражнение так быстро, как только можете. Молодцы. Снова берем гантели. Будем одновременно прокачивать бедра и бицепсы. Расставили ноги, приседаем. Затем сгибаем локти и поднимаем гантели к себе. Следите за тем, как выполняется это упражнение. Приседаем. Поднимаем руки. Хорошо. Вниз. Встали. Приседайте как можно ниже. Приседаем, поднимаем руки, почти закончили. Напрягайте мышцы, когда поднимаете гантели. Живот напряжен, присели, подняли гантели. Еще один раз. Давайте еще разочек и переходим к следующему упражнению. Займемся только бицепсами. Начали. Качаем бицепсы. Вверх и вниз. Думайте о том, как качаются ваши мышцы. Вверх, вниз. Это очень эффективное упражнение. Продолжаем. Ваши руки будут великолепны. Еще четыре раза. Вверх, вниз. Прекрасно. Молодцы. Еще два раза. Положили гантели и сделаем несколько отжиманий. Опуститесь на колени и вытянитесь. Вы должны себя чувствовать комфортно. Тело должно быть вытянуто в одну линию, живот втянут. Опираетесь на руки. Начали отжимания. И вверх. И вверх. К полу должна стремиться ваша грудь, а не ваш живот. Очень хорошо, продолжаем. Напрягайте мышцы. Еще четыре раза. И вниз. Два раза. Продолжаем. И еще раз. Прекрасно. Теперь перевернитесь и ложитесь на спину. Сделаем несколько упражнений для пресса. Положите руки за голову. Поднимайте верхнюю часть туловища и делаете два поворота. Снова ложитесь. Вверх. Поворачивайтесь в стороны. Напрягайте мышцы. Следите за тем, как выполняете упражнение. Поднимайтесь вверх. Еще четыре раза. Поворачивайтесь сначала в одну, а затем в другую сторону. Вы должны прочувствовать это движение. Движение мышцами брюшного пресса. Подъем, два поворота и еще два раза. Подъем, поворот, поворот. Последний раз. Молодцы, хорошо поработали. Теперь снова перейдем к отжиманиям. Они будут немного отличаться от предыдущих. Займите прежнюю позицию, согните немного ноги, выпрямите тело в одну линию. Начали отжимания. Отожмитесь, а теперь выпрямите ноги. Повторите все сначала. Вниз и вверх. Держите мышцы брюшного пресса в напряжении. Вниз и вверх. Следите за тем, как распрямляются ноги. Напрягаем мышцы. Продолжаем. Мы почти закончили. Отжимаемся. Молодцы. Это прекрасное упражнение. И последний раз. И еще немного поработаем над мышцами живота. На этот раз вытяните ноги и поднимите их вверх. Посмотрите, как я это делаю. Руки за голову и тянемся к ногам. Считаем до трех. Снова подъем и тянемся. Вот так. Напрягаем мышцы. С каждым разом тянемся все дальше. Ложимся и вверх. Стараемся дотянуться до пальцев ног. И вверх. Хорошо, осталось сделать это упражнение еще два раза. Вот так. Прекрасно, молодцы. Последний раз. Вверх, вверх, вверх. Молодцы. Теперь потяните колени к груди, поставьте одну ногу на пол. Другую выпрямите и подтяните к себе. Придерживайте ногу руками сзади.
Не тяните слишком сильно. Пальцы на себя. Подвигайте пальцами на себя. От себя. Опустите ногу и повторите все с другой ноги. Вытянули пальцы, потом потянули их на себя. От себя. Хорошо. Согнули колени и положили их на пол сбоку от себя. Расслабили спину. Теперь в другую сторону. Теперь сели. Сделали круг плечами назад. Соединили руки сзади и потянулись. Вы хорошо потрудились и за эти 10 минут потратили очень много калорий. Пилатес. Привет, ну что, готовы потренироваться? Это будут не просто физические упражнения, это специально разработанный комплекс Pilates. Поэтому внимательно следите за тем, как делаете эти упражнения, а также за своим дыханием. Итак, начнем. Ложимся на спину. Спина плотно прижата к полу, руки кладем на живот. С каждым вдохом как бы надуваете живот, а при выдохе сжимайте его и старайтесь вдавить живот в пол. Начали. Делаете вдох на счет 4, надуваете живот, выдох и втягиваете живот. И повторяем то же самое на вдохе. Втягиваем живот, надуваем его, а при выдохе сжимаем. Глубоко дышим. И еще раз на счет 4. Вдох, выдох. А теперь немного изменим упражнение. Делаем вдох и выдох на счет 2. Вдох, выдох. 1, 2, 3, 4. 5, 6. И еще раз. Вдох. Выдох. Теперь перейдем к подъему туловища. Одну руку положите за голову. Теперь делаем вдох на счет 2. На выдохе поднимаем верхнюю часть туловища. Начали. Вдох. Выдох. Поднимаем туловище. Ложимся обратно. Повторяем. Вдох. Выдох. Прекрасно. И обратно. Еще раз. И обратно. Вдох, выдох, подъем. Дышим. И обратно. Это хорошее упражнение. К такому дыханию нужно привыкнуть. Вдох. Выдох. Теперь поднимаем обе ноги, колени под прямым углом, икры параллельны полу. Держимся руками за заднюю сторону бедер. Поднимаем верхнюю часть туловища, удерживаем позицию, выпрямляем руки и делаем 3 пружинистых качка туловища. Снова ложимся. Расслабляемся. Повторяем упражнение. Мышцы напряжены. 3 подъема. Вперед. Ложимся. Вот так. И еще раз. Туловище. Поднято, плечи расслаблены. Вначале это упражнение может показаться вам трудным, но вы постепенно привыкнете к нему. Итак, отпустили руки и 3 подъема. Замечательно. Итак, подъем, подъем. Прочувствуйте ваши мышцы. Остался еще только один раз. Подняли туловище, плечи расслаблены. Тянемся туловищем. Теперь посмотрите, как я делаю следующее упражнение. Выпрямили ноги, сделали круг руками, потянулись вверх и обратно. Вдох, выдох при движении руками, снова вдох, расслабились. Еще раз подъем, круг, вдох. Обратно. Подъем, круг, вдох. Обратно. Это упражнение очень хорошо нагружает мышцы пресса и тренирует все тело, а также развивает равновесие. Теперь поочередно сгибаем колено и тянемся к нему туловищем. Плечи все время приподняты над полом, спина наоборот прижата к нему, живот напряжен. Если вы не можете удержать спину на полу, поднимайте ноги немного выше. Вам должно быть удобно. Со временем старайтесь опускать ноги ниже. Не останавливайтесь. Ноги должны двигаться постоянно. Положите руки за голову и поворачивайте туловище к противоположной ноге. Тело двигается из стороны в сторону. Молодцы. Продолжаем. Мы почти закончили. Поворот. Еще поворот. Осталось 4 раза.
Мы хорошо поработали. Теперь опустили колени, вытянули ноги и руки. Теперь вдохнули, выдохнули и подняли верхнюю часть туловища с вытянутыми руками к ногам. Сосчитали до двух. Вернулись в исходную позицию, вдох. Повторили упражнение. Вдохнули, выдохнули, подняли туловище. Задержались в этом положении. Снова легли. Молодцы. Вдох. Выдох, подняли тело, используя исключительно мышцы живота. Задержались. Снова легли. Повторите еще два раза. Следите за тем, как выполняется это упражнение. Держите туловище. Молодцы. И еще один раз. Вдох. Выдох. Задержались в этом положении. Расслабились. Теперь потянули колени к груди, чтобы хорошенько потянуться. Теперь сделаем классическое пилатес упражнение. Вытягиваем ноги вверх. Поднимаем верхнюю часть туловища, плечи и шеи расслаблены. Опустили ноги так, чтобы вам было удобно сохранять эту позицию. На вдохе быстро поднимаем руки ладонями вверх. На выдохе делаем то же упражнение ладонями вниз. Начали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Делайте с небольшой амплитудой, но очень быстро. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Поднимите ноги, возьмитесь за одну ногу, другую опустите вниз. Поднимите туловище, задержитесь в таком положении. Снова поднимите вторую ногу, поменяли ноги, поднимите туловище, задержались. Вернулись обратно, ноги подняты, повторили комплекс еще раз с другой ноги. Плечи расслаблены. Другая нога. Опустили ногу. Подняли туловище к другой ноге. Задержались. Расслабились. И легли. И еще раз. Туловище поднято. Держим. Вниз. И снова. Мышцы напряжены. Итак, последние два раза. Опустили ногу. Держите позицию. Тело поднято. И последний раз. Поднялись к ноге. Задержались в этом положении. Теперь быстрее. Тянемся к одному колену, потом к другому. Будьте внимательны. Следите за тем, чтобы ваши плечи и ноги не ложились на пол. Живот напряжен. Опускайте ноги так низко, как вам это удобно, для того, чтобы чувствовать себя комфортно и чтобы спина была прижата к полу. Обратите внимание на то, как вы делаете это упражнение. И еще. Последние два раза. Ноги подняты, плечи расслаблены. Начнем с одной ногой. Пятка вначале на себя. Делаем ногой круг. Вниз, вверх. Хорошо. Мышцы живота напряжены. Вращайте ступней. Вот так. Круг вниз. Еще три круга. Еще два. Теперь подготовились сделать это же упражнение, но в обратную сторону. Нога идет вниз, затем вверх. Пальцы вытянуты, тело напряжено. Делайте меньший круг, если так вам будет легче сохранить баланс. Осталось еще четыре раза. Три. Два. И сменим ноги. Опускаем ногу. Вот так, тянем ногу. Делаем упражнение еще четыре раза. Три. Хорошо. Два. Приготовились сделать упражнение в обратную сторону. Вот так, вниз, вверх. Вниз, вверх. И вверх. Тянем ногу. Последние два упражнения. Хорошо. Опустили согнутые колени на пол. Будем делать подъемы тазом. Делаем глубокий вдох и отрываем таз от пола. Вдыхаем. И выдыхаем, когда опускаемся на пол.
Еще раз. Вдох. Подъем. Вдох. И выдыхаем, опускаясь. Выпрямляем ноги. Подтянули одно колено к груди. Затем положили его на пол с противоположной стороны. Рука вытянута по диагонали. Так мы тянем спину. Вернулись в исходное положение, сменили сторону. Колено вниз, рука идет вверх. Хорошо, теперь сели, скрестив ноги. Ну что ж, мы сделали 10-минутную интенсивную тренировку. Если вы будете продолжать регулярно делать ее, вы увидите результат. Балет. Всем нравится смотреть на ноги танцовщиц. Поэтому мы подготовили для вас специальную тренировку, направленную на разработку мышц ног. Вам потребуется стул для сохранения равновесия. Если у вас нет балетных тапочек, занимайтесь босиком или в носках, но не обувайте кроссовки. Для первого упражнения встаньте прямо, пятки вместе, носки врозь. Грудь развернута, плечи отведены назад, живот втянут. Вы должны всегда так держать тело, когда занимаетесь балетом. Это первая позиция. Начнем первое упражнение. Отвели руку в сторону и начали делать неглубокие приседания. Сгибаем колени. Это упражнение называется полуплие. Теперь начали подниматься на пальцы ног. Мышцы напряжены. Теперь делаем два полуплие с одновременным движением руки перед собой и в сторону. Посмотрите, как это делаю я. Потом поднимаемся на носки, рука идет вверх и вперед. И повторяем все еще раз. При выполнении этого упражнения мышцы ног напряжены, рука расслаблена. Теперь начинаем делать круговые движения рукой с одновременным наклоном туловища. Так мы тренируем мышцы талии. Еще раз. Круг рукой и наклон. Теперь встали на носки, вытянулись, присели. Прекрасно. Теперь поменяли сторону. Начнем с полуплие. Для начала всего 4. Живот напряжен. Колени не выходят за линию пальцев. Теперь начнем подъемы на носки. Ягодицы и ноги напряжены. Еще 2 раза. Подключаем движение рук. 2 полуплие. Приседаем, открываем руки. Рука вверх, потом вперед. Вот так. И еще раз. Полуплие. Молодцы. Начали наклоны в сторону. Двигаются только руки и туловище выше талии. Хорошо. И еще раз. Наклон. Проверим, как вы можете сохранить равновесие. Поднимаемся на носки, разводим руки. Опускаемся на пол. Хорошо. Занимаем другую позицию. Развели ноги. Это 2-я позиция. Вытянули руку вперед, отвели ее в сторону. Рука сильная. Делаем полное приседание. Плие. Вниз. Выпрямляемся. Следим за движением руки. Рука тоже идет вниз. Хорошо, повторяем 2 раза. Рука двигается вниз и вперед. И последний раз. Теперь остались в положении плие. Поднимаем одну ногу на носок. Прочувствуйте это упражнение внутренними мышцами ног. Повторим это движение еще 8 раз. Хорошо, мышцы напряжены, вот так, молодцы. Еще 4 раза. Теперь поднимаемся на носки обеих ног. Выпрямляем ноги, вверх, вниз, делаем плие. И снова распрямляемся на носках, хорошо. Переходим на другую сторону, занимаем 2-ю позицию. Рука вперед и в сторону. Следите за тем, как вы совершаете движение рукой. Спина выпрямлена, делаем большое плие. Встаем, рука идет в сторону. Следите за тем, чтобы колени не выходили за линию пальцев, чтобы не травмировать свои суставы. Теперь делаем плие и остаемся в этой позиции. Теперь мы будем тренировать икру правой ноги. Вверх, вниз. Вот так. Колено согнуто. Качаем икру. Делаем 8 раз. Живот подобран. 4 раза. 3. Встаем на носки. Поднимаемся. Делаем плие. Распрямляемся. Приседаем. Мы хорошо поработали. Меняем сторону. Теперь приступаем к выпадам. Ноги вместе, носки врозь. Отводим руку в сторону. Живот и ягодицы подобраны. Начинаем делать упражнение медленно. Выбрасываем ногу вперед, в сторону.
Пальцы вытянуты. Ступня не отрывается от пола. В следующем упражнении мы уже будем приподнимать ногу. Увеличиваем темп выполнения упражнения. Остаемся в первой позиции. Ступня на полу. И еще два раза. Следите за осанкой. Теперь делаем 4 подъема ноги вперед. 4, 3. Теперь то же самое в сторону. Вы как будто подметаете ногой пол. Теперь назад. Мышцы напряжены. И последний раз. 4, 3. Делаем полуплие и расслабляемся. Переходим на другую сторону. Ноги в первой позиции, рука открыта. Начинаем выпады ногой на полу. В сторону назад. Хорошо. Ноги идут прямо за вами. Хорошо, медленно. Тяните ногу. Молодцы, пальцы вытянуты. А теперь быстрее. Ноги в первой позиции, еще два раза. Хорошо. И раз, и два. Еще два раза. Ягодицы напряжены и не двигаются. Переходим к следующему упражнению. 4 подъема. 3, 4. В сторону. 3, 4 и назад. Снова в сторону. Полуплие. Хорошо поработали. Меняем сторону. Следующее упражнение делаем круг ногой по полу. Вот так. Нога идет вперед, делает круг в бок и назад. И еще раз. Теперь делаем упражнение чуть-чуть быстрее. Смотрите за тем, чтобы нога не отрывалась от пола и ступни были в первой позиции. Хорошо. И еще раз. Меняем направление назад, в сторону. Возвращаемся в первоначальную позицию. Бедра напряжены. Немного быстрее. Назад и круг. Опора на правую ногу. Теперь делаем 3 быстрых подъема ноги вперед, в сторону и назад. Легко ударяем пальцами по полу. Пальцы вытянуты. Полуплие. И расслабились. Теперь проделаем то же самое с другой ноги. Заняли первую позицию, открыли руки. Делаем круги по полу. Нога вперед, в сторону, назад. Еще раз. Нога не отрывается от пола. Немного быстрее. Нога вперед, круг, назад. Хорошо, живот напряжен, плечи расправлены. Теперь в другую сторону. Молодцы. Нога возвращается в первую позицию. Увеличиваем темп. Хорошо. И еще два раза. Нога назад. Круг. Теперь 3 быстрых подъема ноги вперед. Тяните пальцы. Мышцы напряжены. Прекрасно. Полуплие. И меняем сторону. Переходим к нескольким подъемам полусогнутой ноги. Вот так, разворачиваем бедро. В нижней позиции пальцы касаются пола. Постепенно распрямляйте ногу, вперед-назад. Вот так, молодцы. Переходим к следующему упражнению, большому батману. Поднимаем ногу в сторону. Теперь назад. Снова в сторону. Полуплие. Меняем сторону. Хорошо, раскрыли руки. Начнем подъем полусогнутой ноги. Разворачиваем бедро. Пальцы касаются пола. Постепенно распрямляем ногу. Не старайтесь поднять ногу слишком высоко. Значительно важнее тщательность выполнения упражнения. Тяните пальцы. Теперь большой батман в сторону. И снова поднимайте ногу настолько высоко, насколько вам это удобно. Полуплие и выдохнули. Другая сторона. Посмотрите вначале, как делаю это упражнение я. Согните колено и отведите ногу в сторону. Выпрямите ногу вперед, сделайте круг в сторону, 3 раза разогните ногу. Вернитесь в исходное положение. Затем выпрямите ногу назад. Снова круг в сторону и 3 раза разогните ногу. Повторим все сначала. Мышцы напряжены, нога назад, бок, 3 раза в сторону. Выполнение этого упражнения требует силы. Нога идет назад, круг и 3 резких движения в сторону. Молодцы. Полуплие и смена стороны.
Рука в сторону. Медленно поднимаем ногу. Вперед, в сторону. Три раза разгибаем ногу. Вверх, вверх и вниз. Вернулись в исходное положение и делаем упражнение назад. Держите ногу на удобной для вас высоте. И повторим все еще один раз. Вверх, вперед, в сторону. Сгибаем ногу. Бедро не шевелится. Опустили ногу, теперь назад. Это трудное упражнение. Хорошо поработали. Теперь сядем на стул. Положили одну ногу на бедро, другой, и наклонились вперед. Держим растяжку. Теперь вытянули ногу вверх и перед собой. Перекрестили другую ногу. Наклонились вперед, расслабились и тянем мышцы бедра. Вытянули ногу. Теперь вы убедились, что балет идеально подходит для тренировки мышц ног. Если вы будете делать эти упражнения регулярно, скоро мышцы ваших ног придут в форму и станут красивыми. Кикбоксинг. Кикбоксинг – отличное средство для сжигания калорий и тренировки всего тела. Начнем прямо сейчас. Ноги на ширине плеч, спина прямая. Делаем круги плечами назад. Теперь большие круги руками. Открыли руки, руки к лицу. Используя ноги, поворачиваем туловище из стороны в сторону. Вот так. Еще 8 раз. Хорошо, еще 4. Продолжаем то же упражнение, но теперь поочередно выкидываем руки вперед. Продолжаем разворачивать тело. Хорошо. Еще 8 раз. Выбрасываем руки вперед, вперед. Руки сильнее. Теперь начнем боксировать из стороны в сторону. Сначала в одну, затем в другую. Еще 8 раз. Хорошо. Разворачивайте все тело. Еще 4 раза. Теперь поднимаем вверх колени. Хорошо. Колено идет вверх, руки вниз. Тянем. Великолепно. Сделаем 8 раз. 6. Осталось 4 раза. Приготовились к растяжке. Захватили ногу. Вытянули ее вперед. Сделали выпад назад. Тянем икроножные мышцы. Другая нога. Вытянули ногу. Начали упражнение для рук. Делаем хук правой, левой. Потом апперкот. Хук, хук, апперкот. Апперкот. Поворачиваем туловище. Вверх, вверх. Осталось 2 раза. Хорошо. И последний раз. Запомнили это. Отставили одну ногу назад. Делаем упражнение медленно. Выбрасываем руку вперед. Затем быстро обратно, как будто отдергиваете руку от чего-либо. Вот так. Еще 2 раза. Теперь увеличиваем темп. Локоть остается внизу. Не забудьте приседать при этом. Вот так. Рука идет прямо перед вами. Хорошо. Еще 4 раза. Теперь наносим скрещенные удары. Сначала медленно. Поворачиваемся туловищем, разворачиваем ногу. А теперь делаем то же самое, но быстро. Движение идет от спины. Поворачивайтесь, используйте все тело. 4, 3. А теперь соединяем оба упражнения. Прямой удар, скрещенный. Прямой удар, скрещенный. Хорошо, прямо сбоку. Прямо сбоку. Осталось 4 раза. Удар, удар. Используйте ноги. Вперед. 3. Цельтесь перед собой. Добавим к упражнению хук. Прямой удар, скрещенный хук. Прямой удар, скрещенный хук. Используйте ноги. Прямой, скрещенный хук. Прямой, скрещенный хук. Теперь добавляем к упражнениям подъемы колена. 2 подъема колена. Хук, хук, колено. Еще раз. Удар. Вот так. Поменяли сторону. Начинаем с медленных ударов. Рука вперед, назад. Вперед, назад. Осталось 4 раза. Теперь в быстром темпе. Вот так. Осталось 8. Великолепно. 3.
Два. Теперь медленные скрещенные удары. Вот так. Вперед, назад. Поворачивайте тело. Вперед, назад. Прекрасно. Теперь быстро. Хорошо. Удар. Назад. Четыре. Три. Два. Теперь вместе. Удар прямой, скрещенный. Удар прямой, скрещенный. Вот так. Прекрасно. Еще удар. Удар прямой, скрещенный. Прямой, скрещенный. Еще два раза. Приготовьтесь сделать хук. И последний раз. Добавим к этому хук. Прямой, скрещенный хук. Прямой, скрещенный хук. Прямой, скрещенный хук. Вот так. Двигайтесь всем телом. Осталось четыре раза. Вот так. Скрещенный. Теперь добавляем движение коленом. Два подъема колена. Молодцы. Удар, удар, хук. Два подъема колена. Вот так. Удар, удар, хук. Работает колено. Вот так. Удар, удар. И поднимаем колено в последний раз. Попрыгаем и расслабим мышцы. Заняли первоначальное положение. Руки к лицу. Два удара вверх и апперкот. Вот так. Удар, удар и апперкот. И еще раз. Теперь поменяем ноги местами три раза. Другая сторона. Два удара. Апперкот. Удар, удар, апперкот. Поменяли ноги. И снова удары и апперкот. Удар, удар и вверх. Поменяли ноги. Молодцы. Повторим упражнение. И еще раз. Поменяли ноги. Пришло время для ударов ногами. Чередуем ноги. Вот так. Нога поднимается от бедра. Движения должны быть плавными. Вверх, вверх. Еще четыре раза. Теперь делаем шаг, разворачиваемся и пинаем. Попытайтесь полностью распрямить ногу. Молодцы. Вперед, назад. Выбрасывайте ногу с силой. Не волнуйтесь о том, насколько высоко вы поднимаете ногу. Пусть это будет удобная для вас высота. Соединяем два последних упражнения вместе. Хорошо. Подъем ноги вперед и через сторону. В первоначальное положение. Вперед и через сторону. Стоим. Удар, удар, встали. Пора вспомнить и про удары руками. Правой, апперкот, левой. И ногой. Удар, удар, подъем. Прекрасно. Удар, апперкот. Еще четыре раза. Удар. Еще два раза. Молодцы. И последний раз. Поменяли ноги. Выбрасываем ногу вперед. Колено полусогнуто. Теперь распрямляем ногу. Удар. Не волнуйтесь о том, насколько высоко вы поднимаете ногу. Главное, чтобы это было для вас удобно. Руки держите у лица. Приготовьтесь соединить упражнение вместе. Еще два раза. Ну что, готовы? Соединяем два удара. Стоим. Удар вперед и в сторону. Помните о ногах. Вот так. И еще один раз. Итак, снова перейдем к ударам рукой. Подключаем руки. Удар, удар, апперкот. Вот так, хорошо. Хорошо. Сохраняйте равновесие. Следите за тем, как делаете упражнение. Ногу вверх. Четыре. Вверх. Когда вы начнете уставать, следите за тем, как высоко вы поднимаете ногу. Остался последний раз. Хорошо. Теперь из стороны в сторону. Теперь делаем двойные удары руками. Двойной. Двойной. Прекрасно. Удар. Удар. Еще восемь раз. Хорошо. Удар, удар. Вот так. Еще четыре раза. Теперь новая комбинация. Добавим апперкот. Вот так. Двойной, двойной, апперкот. Прекрасно. Двойной, двойной, апперкот. Удар, удар. Отлично. Двойной, апперкот. И снова двойной, двойной, вверх, вверх, вверх. Двойной, двойной, вверх, вверх. Еще два раза.
Удар. Молодцы. И еще один раз. Теперь делаем так. Тянем руку вниз. Сгибаем колено. Вперед. Делаем, как я. Становимся красивыми и сильными. Вот так. Четыре. Три. Переступаем из стороны в сторону. Не расслабляемся. Тянем руки в стороны. Тянем руки в сторону. Хорошо, теперь потянем плечо. Рука идет за голову и за спину. Еще четыре раза. Теперь положили руки на бедра. Тянем мышцы спины. Выгнули спину. Расслабились. Расставили ноги пошире. Тянем бедра. Медленно выпрямились. Отставили ногу назад. Тянем икроножные мышцы. Поменяли ноги. Молодцы! Это была мини-тренировка, основанная на кикбоксинге. Йога. Йога прекрасно подходит для ваших тренировок. Она не только поможет улучшить вашу растяжку, но и поможет вам бороться со стрессом. Сядем, скрестив ноги. Ваши лодыжки соприкасаются. Опустите руки по бедрам. Начнем дыхательные упражнения. Вдыхая, разворачивайте руки ладонями вверх, выдыхая, поворачивайте ладони вниз. Поднимаете руки и вдыхаете. Помните, выдыхаете всегда через нос. Вдыхаете и выдыхаете. Руки опускаете вниз. Вдох. Выдох, ладони вниз. Вдох. Соединяйте руки на выдохе. Вдох. Опускаете руки через стороны. И еще раз. Руки вверх. Соединяйте руки. Вдыхаете и выдыхаете, опуская руки. Теперь на вдохе поднимаете руки и разворачивайтесь в левую сторону. Плечи развернуты. Вдох, руки вверх. И на выдохе разворачивайтесь в другую сторону. Вдох, руки вверх. И снова в другую сторону. И еще раз руки вверх. Выдох, руки вниз. Прекрасно. Вдох, руки вверх. Затем опускаем их по бокам. Теперь поднимаем одну руку. Вдыхаете и на выдохе опускаете туловище в другую сторону. Не горбитесь. Это очень хорошая растяжка. Вдох. Опускаете руку и поднимаете другую. Вдох. Выдох. И наклоняйте туловище в другую сторону. Упритесь левой рукой в пол. Не горбитесь. Вдохните и вернитесь в исходное положение. Теперь сядьте, соединив вместе пятки. Возьмитесь руками за ступни. Вдыхайте и выдыхайте, стараясь как можно плотнее прижать колени к полу. И еще раз. Вдох. Выдох. Оставайтесь в той же позиции. Теперь выпрямите одну ногу перед собой, пальцы на себя. Мышцы бедра напряжены, другая нога остается согнутой. Вдох и поднимайте руки над головой. На выдохе наклоняйтесь перед собой. Дотягивайтесь до пальцев ноги. Если вам так удобнее, можете дотягиваться до икры или лодыжки. Сделайте несколько вдохов и выдохов. На вдохе руки вверх. Опустили руки и поменяли ноги. Снова пальцы на себя. Мышцы бедра напряжены. Глубокий вдох. Руки вверх. Выдыхаем и дотягиваемся до пальцев вытянутой ноги. Несколько вдохов и выдохов. Держим растяжку. Вдох, руки вверх. Выдох, опускаем руки. Теперь потянемся, как кошка. Руки на ширине плеч, пальцы рук широко расставлены, колени на уровне бедер. Обопритесь пальцами ног в пол. На вдохе прогните спину вовнутрь. Выдох, вытягивайте пальцы и выгибайте спину. Живот втянут. И снова вдыхаете, позвоночник стремится к полу.
Выдыхайте и выгибаете спину в противоположную сторону. На выдохе спина обратно, к полу. Вдох, спина выгибается наверх. Последний раз опирайтесь пальцами ног в пол. Принимаете позу собаки мордой вниз. Распрямляете ноги, смотрите в пол. Тяните мышцы спины. Старайтесь, чтобы вся ваша ступня прилегала к полу. Сделайте еще один вдох и выдох. И соединим две позиции кошки и собаки мордой вниз. Когда вы вдыхаете, распрямляйте плечи и выгибайте спину. На выдохе распрямляйте ноги и поднимаетесь. Вдох, плечи идут назад, спина выгибается. Выдох, снова ноги распрямляются, спина тоже. Вдох. Выгибаете спину. Выдох, распрямляете ноги. Еще один раз. Вдох, выгибаете спину. И выдох. Из этого положения поставьте одну ногу вперед прямо между ваших рук. Убедитесь, что колено находится прямо над лодыжкой. Сохраняйте равновесие. Обопритесь руками о бедро. Тянем мышцы задней ноги. Теперь вдохните и поднимите руки. Выдохните и задержитесь в этом положении. Теперь поднимитесь, развернув туловище в сторону. Вес тела на согнутой ноге. Вдохните и наклонитесь в сторону согнутой ноги. Обопритесь локтем о колено. Вытяните другую руку прямо над собой, спина прямая. Если можете, поднимите голову и посмотрите на вытянутую руку. Задержитесь в этом положении. Опустили руку и вернулись в позу собаки мордой вниз. Пятки стоят на полу. Теперь поставили вперед другую ногу и заняли позу выпада. Положили руки на бедро согнутой ноги. Сохраняем равновесие. На вдохе поднимаем руки вверх. Выдох. Помните, выдыхаем через нос. Поднялись и развернулись в другую сторону. На вдохе наклонились, локоть на колени согнутой ноги, плечи расправлены. Если сможете, смотрите на поднятую руку. Снова встали и выпад, и приняли позу собаки. Ноги вытянуты. Теперь опускаемся коленями на пол. Ложимся. Перемещаем руки немного вперед, опираясь руками в пол, поднимаем верхнюю часть туловища. Это поза кобры. Вдох, выдох. Опускайте при этом плечи вниз. Поднимаемся снова на колени. Откидываемся назад, грудью тянемся к полу. Садимся, вытянув ноги перед собой. Пальцы ног на себя. Мышцы бедер снова напряжены. Спина прямая. На вдохе поднимаем руки вверх. На выдохе наклоняемся вперед и тянемся к пальцам ног. Если вы не можете дотянуться до пальцев, дотягивайтесь до лодыжек. Задержитесь в этом положении. Вдохнули и подняли руки. Выдохнули.
Опустили руки по бокам. Глубоко вдохнули, руки вверх. На выдохе наклонились к ногам. Взялись за пальцы. Тянем спину. Вдох, руки вверх. Выдох, руки вниз. Скрестили ноги. Положили руки на колени. Закройте глаза и просто сконцентрируйтесь на дыхании. Вдох через нос. И выдох через нос. Думайте о том, как дышите. Это прекрасная тренировка. Вы должны чувствовать себя отдохнувшими. 10 минут в день, посвященных йоге, творят чудеса.